Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чисто ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Мы продолжаем рыть в нашей копальне. Да. Прошлая серия у нас получилась слишком длинная, так как я забыл засечь время. Да. 38 минут. Да. Поддакиваешь. Всегда говорит да. Еще не знаю, как я сделаю, или я ее на две разделю, или может быть так и будет, 38-минутная. Да пусть так и будет. Ой, не то. И нам нужно будет постоянно, когда видим эндеров, валить их, чтобы их жемчуг собирать. Скелеты где-то гремят. Но вы там что, уже далеко вперед ушли? Ну да, ты там уже стоишь, ничего не делаешь. Так вы ройте в две клеточки, если. Я не могу, я набираю опыт. Кстати, какой у тебя уровень? 26. Еще чуть-чуть и будет 30. Кстати, как только 30-ка будет, мы обратно вернемся. То есть фактически это в этой серии уже. Это последняя серия, которую мы роем. А в следующей мы уже двинемся обратно. Кто знает. Может, я не скажу, что у меня 30-й набрал. Ну, это будет перерасход сильный, свыше 30. Кстати, у меня 34-й уже. Какая-то земля тут пошла. Тю, ты факел воткнул. Я подумал, там какой-то на выход куда-то вышел. Под землей. Ух ты, земля, тут куча ископаемых. Земля в иллюминаторе. Пусти-то матери. Блин, меня подкумаривает тут само долбать этот камень. Ха. Представь, что я чувствовал. Надо он копает? Вдвоем копать. Нет, я факел расставляю. Нормально. Я факел сам умею расставлять. Ну ладно, я тебе помогу. Я сбоку начну. О! Лазурит. Кстати, сколько я долблю этот камень, я еще нифига не обнаружил никаких ископаемых. Кашу, голяк, колонич. Вот землю я могу быстро. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас я, наверное, вот эту всю землю вскопну. Может быть, оголятся какие-то ресурсы. Кашу, ничего. О, редстоун. Димон. Работай. Еще и сверху всколопнуть. Совсем не весело. Самому? Нет. И самому, и нету ничего. Оп. Сингристита матери. О, тут сразу железо. Тут редстоун. Чем долбаешь? Железо? Каменный. Каменный? Да. Ого. Ух ты, у меня уже карманы опять все забиты. Я говорю, камень выкинь. Да я тут земли столько нарыл. Куда я тут рою? Кстати, у меня кирка сейчас закончится. Иди ко мне. Ну, я постепенно продвигаюсь. Не понял. Ну, все правильно.
Это все потому, что мы начали ниже копать, блин. Мы ниже, мы так, как Димон все-таки захотел. Да. Ну так видите, как круто. Да, круто, согласен. Так а что круто? Нет. Да тут ресурсов валом. Ничего, я вот собираю железный рудник больше собрал. Тут куча всего. Вон 25 уже ячеек собрал. Ты ж там землю копаешь, а мы ресурсы. Кстати, странно, вокруг земли. Опять чуть не провалился в вал. Берегись. Вокруг земли ресурсов вообще нет. Димон, ну вернись ко мне пособирать это все. Как раз есть куда скинуть булыжник. Или сейчас я сам вернусь. Отлично, отлично. Отлично, что он сам вернется или что? Отлично, что мне есть куда сбросить лишний балласт. Не бросай в лаву кирпичи, не бросай. Не надо там ничего в лаву скидывать. Не бросай в лаву. Ого, красную пыль скинул в лаву, молодец. Нет, у меня нету красной пыли. Не надо тут это, ролить. Ого, там уже такой длинный туннель вырыли. Тут бежать и бежать. Пока он не видит, скинь в лаву что-то. Я все скинул, то что можно и нельзя. Ну, тут уже тростник вырос. Вот это что такое? Что это такая нора? Нора? Нора. Кстати, у меня нету... А сын грустит о матери. Ого. У меня кирок нету. Ой, эй, сори. Аккуратно, там лава. Лава. Нет, это лава. Мы все умрем. Смотри, не профукай эту. Кирку? Ну да. Кирку. Подумаешь, новую сделаем. Угу. Такую ты не сделаешь. Вероятность одна. Один к миллион. Подумаешь. Вот тут, блин, зелье ускорения помогли бы в этих туннелях. Я ж вам подарил, а вы... Блин, тут реально дохрена лавы. Ну его в бане, землю больше не буду раскапывать. Не может быть. Не, так оно на самом деле... Да какую площадь я оголяю? Ух ты, ёпт! Потом это будет респаться монстр. Ну там факелы стоят, они там не респнутся. Ё-моё, куда тут и прорыл? Ройте в две клетки шириной. Так, стоп, что-то как-то неправильно кто роет. Ого, а что это тут такое? Ось. Соединение с туннелем, лава, гравий там. Блин, у меня тут этот алюминиум. Какой алюминиум? Алюминиум. Алюминиум. Давайте вскапывайте алюминиум. Забирайте его, он там кусочек лежит. Мы с алюминиевым будем делать дюраль алюминием, после этого самолеты. Именно так. Что такое? Когда вы роете тут, а я в соседнем туннеле. Хотя нифига себе, соседний туннель тут. Ты что, не помнишь, где гонки были? А лопата, конечно, это прочность у нее зверская. Редстоун давай собирай. Какой у тебя там уровень уж? 20. Слышишь? 27.
Я говорю, собираю, я понял. Да? У меня уже 31 уровень. Димон, по-моему, ты не так роешь, ты ниже, чем надо роешь. Да что ты будешь делать? Тут вообще-то 3 клетки, расстояние между шахтами. Да мне все равно, мне надо камень. Так, что там с Антоном? Вылетел. Не понял. Что ты редстоун не собираешь? Решил мне вести на это самое? И копаем нормальной ширины. Да. Димон только и умеет, что да, говорить. Это твой справа. Давай, я справа. Антоха, можешь во втором туннеле. В каком-то другом. Или... О, ладно, копайте тут, и я во втором. О, видишь, а ты боялся. Что я боялся? Я наоборот клетки правильно выбирал. Что вы там нашли? Будущие железные доспехи. Мечи. На кирке есть у кого-то? Да. Да. Сейчас у меня закончится. Я вернусь. Стена гравия тут еще. Редстоун. Димон, какой у тебя уровень? 28. Странно, что ресурсов нету. Порожняк какой-то. Опа, на скелет где-то. Порожняк. Порожняк гоним. А ну скинь мне кирки. Не могу. Чё, значит, не могу. Так, надо пойти в шахту, там я очень много золота. Какую шахту? Ну тут то, что мы нашли. Там же сундуки и должны стоять. Ну туда, да, туда мы пойдем. Но... Так сразу сейчас пойдем. Очередные залежи кремния. И уголь тут. Не лагает там, Антон? Нет. Что ты так хитро фонарики ставишь? В смысле? Ладно, проехали. На моей территории. Все правильно оставлю. Димон, дуй ко мне, тут угля куча. Тебе. Сейчас. Димон, а потом ко мне тут перед столом. Кто потом? Оп. Оп. И я. Че ты кидаешь этот? Гравий? Да. Места у меня нет, забираю его. О, уголь. Ух ты. Железо. Оп. Уголь забирай. Thank you.
где-то лава рядом. Булькает. Угу. Справа от меня. Димон, по моей шахте пройдись, тут уголь и редстоун. Ага. Ага. А что твоя шахта одинарной толщины? Че это одинарная? Вроде двойной. Ну так я не успеваю. Надо... Ну, Антоха, если ты впереди идешь, тоже рой двойной. Так я же стою от вас. Нет, впереди сейчас. Да? Борода. Ты вперед планеты всей. Ух ты, ё-моё. Что такое? Да тут сверху редстоуном. Просто не знаю, сколько его там. А что со свободным местом? Еще нормально. У меня штук 10 ячеек свободно. Ого. О, тут у меня тоже редстоун. Какая такая песенка играет? Какая? Ну, майнкрафтовская. Такая победоносная какая-то. Победоносная? Марш славянки, что ли? Димон, тут в мою шахту зайди. Ух ты. Ну-ка, я на карту сейчас гляну. Это, наверное, уже камелики пора. Мы за карту уже вырыли. Ой. Не вырыли. Продвинулись не слабо. Класс, можно тут метрополитен ставить. Ух ты, нифига себе, тут какая-то вода капает. Журчание такое сильное. Залагало от того, что я так лопатой все повскапывал. Редстоун, Димон. Димон, забирай землю все. Я думаю, он приоритет поставит на редстоун. Что-то да, подлагивает. Тридцатка? Да. У кого? У тебя. Что так решил? Звук. Характерный. Ничего себе, сверху такой 29, это 30. 29. Не чеши. Я все равно нам не отдам эту лопату. Все, видишь, мы его спалили, короче. А где там Мочилова? А тут какой-то подбачка, ничего. Нифига себе. Ё-моё, да там же ж... Там, скорее всего, уже это... Да, наверное, там уже поверхность. Вы поэтому поднялись? Так, такие стержни гравия видел? Ага. Я даже не знаю, всё, нам надо рыть вверх. Короче, вы выбираемся. Вы хотите подняться? Димон, давай кирку. Вы хотите подняться? Да. Нет. Возьмите кто-то. А как же золото внизу? Как же внизу золото? Возьмите кто-то часть моих вещей. Я не возьму. Только я думаю, как мы будем выбираться. Не, это опасный способ. Антоха, вниз спускайся. Ох ты! Ё-моё, как там высоко! А ты думал. Кстати, у нас время серии подошло к концу. Мы, наверное, да, здесь реально опасно. Ее и завершим. Нет, надо вниз спуститься. Вниз или вверх? Вниз. Ну давайте внизу.
вот здесь вот. Ух ты, нифига себе, что-то красное такое все стало. Тебя хотели убить. И вообще воздух в пещере какой-то красный стал. Я паука очень далеко вижу. Это исчадие ада. У меня какое-то зрение паучье. Инфракрасное. Ну что, что вы там? Итак, так долго? Эту серию мы завершаем. Всем спасибо, что смотрите. И до встречи в следующей серии. Стой. Эй. Ты где? Где вы все? Мы там, где выплыли. Я же сказал внизу. Так, всем ух спасибо. Ух ты, тут все красное. Вот я что-то. Это ад. Это ад. Мне надо зарыться. Кирку скинь мне. Надо зарыться и спрятаться. Это ад. Это не та кирка. Сейчас. Что это было? Шлем? Кирку верни. Уп. Хорошо, что я не мечом только что махнул. Кирка, кирка. Какая кирка? Алмазная. Не знаю такое. Давай сюда. Гони. Все, пока. Я покажу с этой планеты. Я смываюсь. Какой смываюсь? Давай сюда. Я смываюсь. Эй, Антоха, что ты там делаешь? Ничего. Нет! Блин. Да ну, это западло называется. Все. Все сколько потоков. Нафига ты это сделал? Я пошел. Димон, ух ты, паук тут какой-то. Выплыл. И глаз, и паутина с него выпала. На меня сейчас нападут, меня сейчас все заберут. Нет. Кто там на тебя нападет? Эндер. Не страшно, я был сам в их пространстве. Куда ты делся? Да я уже вот возле ящика Эндера стою. Ого. Ё-моё, это куда ты побежал? Мы вообще серию хотели завершить. Да, сейчас я обратно бегу. Ого. Не давай я Кирку. Нет, не подходи. Не подходи ко мне. Ты хочешь собрать мою Кирку. Блин, да не подходи сюда. Ко мне, не подходи. Не подходи. Смотри, он налепят. Ты подходи ко мне. Я тебя догоняю. Нет, нет. Блин, ну такие шахты, ёпки. Нет. Ого! Там это, еда была. Какая еда? Ты смотри, запахал и дальше бежит. Блин, она бесконечная. Надо лошадь сюда. Да точно. Ну тогда вот возле сундука ее и завершим. Дальше скакал. Тут уже все изжарилось. Ну пусть она так и лежит. Ладно, эту серию мы завершаем. Димона там крышу сорвало. Причем. Пахнет просто внесло. Делает масляная кирка с людьми. Раньше у него была золотая лихорадка, теперь у него алмазная. Будешь... Страшно, да? Да нет. А вообще да, мне за тебя страшно. Всем спасибо, что смотрите, и до встречи в следующей серии. Так, стоять, я пришел. Увидимся, всем пока. Так, кому кирку давать? Давай мне. Прощайся с жизнью. Нет. Так, все, всем пока. Покажи на меня. На, где камера? Камера на меня должна смотреть. Сейчас, вот он. Ага, Гигас 2. Так, ладно, хорошо. Всем пока, дорогие зрители. Где вы зрители? Вот. Зрители, все, пока. Тушите свет.